Привет, стальные драконы! С вами проект Muay Thai CK и я Варченко Виталий. А это уникальное видео семинара от двух живых легенд Muay Thai, Самлака Камсинга и Самарта Паякурна, которые они проводили в самом известном тайском кемпе Tiger. Техники, которые вы увидите в этом видео, будут очень полезны не только ребятам, которые занимаются Muay Thai, но и представителям всех единоборств, а также тем, кто хочет узнать что-то для себя в целях самообороны. И даже диванные бойцы, которые каждый день не вылазят с танков и вливают в себя по 2 или 3 пива с 3 пачками чипсов, тоже могут получить много полезного. А если вы захотите более глубже изучить технику ударов, работу на снарядах или самооборону на улице в целом, то вам помогут бесплатные видеокурсы в описании под видео. А мы переходим к первой технике. Это фронт-кик навстречу. Очень важный момент, на котором постоянно акцентирует внимание мастер, это держать опорную ногу полностью на всей стопе. То есть не отрывать пятку и не подниматься на носок. При ударе движущегося на вас противника, у вас должна быть хорошая опора в качестве ноги, которая полностью стоит на земле. В этом случае вы не улетите от массы движущегося противника, как в случае, если нога на носке. Следующая техника – это освобождение от захвата за голову или разрыв клинча. В бою по правилам тайского бокса идет постоянная работа в клинче, и проиграть голову – это получить нокаутирующие удары. Эта техника позволяет за счет плеча прихватить руку, а потом, проворачивая корпус, вырвать захват, так как кисть противника выламывается и ему становится больно, что заставляет отпустить голову. Затем, когда вы наработаете именно работу плеча и корпуса, можно добавлять отталкивание головы противника рукой. Вместе эти движения работают безотказно. А это одна из самых жестких техник и, можно сказать, визитная карточка бойцов Muay Thai. Удар коленом на шаге. Именно на шаге, а не в клинче. Огромная разница заключается в том, что удар наносится с дистанции, а не в ближнем бою. Конечно, под такие удары часто ловят боковыми или прямыми ударами рук. Но чтобы этого не произошло, есть ряд моментов. Во-первых, при ударе коленом нужно отклонить плечи назад, а таз подать вперед. Это дает силу удара и убирает голову назад. А во-вторых, такой удар всегда маскируется или наносится по уставшему противнику, который стоит в глухой защите. Главным техническим элементом удара является так называемое добавление таза, то есть движение тазом вперед. А это уже довольно сложная техника, так как подразумевает умение бить вертушку. Суть ее довольно проста. Обмениваясь киками, вы выставляете блоки, приучая противника к защите. Но выждав момент, делаете захват ноги, после чего обязательно делаете шаг вперед, немного толкая противника. Так, чтобы он, прыгая назад на одной ноге, терял равновесие. А сами, отпуская ногу, наносите удар ногой с разворота. Причем этот удар может быть как в корпус, так и в голову. Вот это уже более рабочая техника, которая сама по себе очень неожиданная для любого противника. Мы также делаем захват ноги.
Но теперь, сокращая дистанцию своим шагом навстречу противнику, мы его не толкаем, а наоборот, нужно его придержать или даже дернуть на себя. А сами в момент сближения наносим удар локтем с разворота. Обратите внимание, что удар наносится той рукой, которая держала ногу. Не перепутайте стороны. А этот удар мне самому очень нравится, и он практически всегда достигает цели. Новичку, конечно, будет довольно тяжело его сделать, но при должной наработке он будет получаться. Суть этого действия в том, что постоянно пробивая кики, противник, как любой нормальный боец, будет выставлять блоки коленями. Но вы, в очередной раз показывая кик, уже в процессе полета ноги меняете ее направление и наносите тип. То есть прямой удар ногой в живот. Таким образом, противник, выставив колено в сторону, остается на одной ноге, а ваш фронт-кик четко прилетает в живот и сносит противника без опоры. Но здесь также очень важно добавлять в удар таз, чтобы он вышел сильно. А сейчас вы видите работу локтями. В принципе, работа локтями такая же, как и руками, с тем только различием, что удар наносится согнутой в локте рукой. Но суть, доворот корпуса, подключение таза, вкручивание носка остается такая же. Также мастера акцентируют внимание на том, что при ударе локтем вторая рука ни в коем случае не должна быть опущена. Она должна защищать голову. Вы должны понимать, что работа локтями – это максимально близкая дистанция. И здесь любые ответные удары будут очень неожиданными и незаметными. Поэтому, работая локтями, нужно быть уже в защите. А здесь мастера показывают наработку, но основной акцент делают на защиту от миддлкика. Этот вариант защиты не самый надежный, но применяется очень часто, по разным причинам. Суть его проста. Когда вам летит миддлкик, нужно просто прижать локоть к корпусу. Именно прижать, а не выставлять локоть, как любят делать все новички. Но при этом ладошка второй руки должна остановить летящую ногу. То есть встретить ее, погасив силу удара. Конечно, в этой защите есть несколько недочетов. Например, если вы не успеете подстраховаться второй рукой, то при сильном кике прижатый локоть пробьет корпус, и вы получите урон. Также вы можете не встретить ладошкой ногу, если она полетит выше или ниже. Тогда будет неприятность. Но при должной отработке этой защиты она не раз выручит вас в бою. А это техническая наработка киков. В такой работе, используя руку напарника или просто какую-либо преграду, ваша задача пронести ногу над целью, повернувшись к ней боком. Таким образом, удар ногой получается режущий, а не на точку, как, например, в карате. В этом суть всех ударов ногами муай-тай – нанесение максимального урона, вкладывая в удар весь корпус. С этого можно добиться, только проворачиваясь на опорной ноге и, нанося удар, пытаться разрубить цель пополам. Более подробно я об этом рассказываю и показываю в видеокурсе «Техника удара в муай-тай» в описании под видео.
Последняя техника на сегодня – это боксерская комбинация. Двойка с левым боковым. Работа рук муай-тай точно такая же, как в боксе. Все удары руками должны быть одновременно с поворотом корпуса на носках. Мастер акцентирует внимание на том, что боковой удар нужно бить в точку, а не проносить. Я с этим полностью согласен и обучаю ребят точно так же. Но знаю немало боксеров, которые боковые машут на вынос. Пишите в комментах, какая техника вам понравилась больше всего. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайки и делитесь видео с друзьями. Пускай тоже чему-то научатся. А если вы хотите все это постичь более глубоко или в целях самообороны на улице, забирайте бесплатные видеокурсы в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.